Ну а в Якутске учебный год начался с традиционного праздника на площади Ленина «Звени колокольчик». Здесь собрались ученики старших классов, первоклассники и их родители. Со звоном колокольчика в этот солнечный теплый день для них начался новый учебный год. Добавим, что в столице республики в первые классы городских школ пойдут почти 5000 детей. Ну, там будет интересно, там я с новыми знаниями, да, я умею писать и читать. Всего же в школах столицы обучается более 40 тысяч детей. Это треть от всех учащихся республики. Ну а торжественная линейка на площади завершилась запуском в небо воздушных шаров. От этого учебного года я жду, что он будет самым решающим. В этом году я уже заканчиваю школу, то есть я уже поступаю. Соответственно, я жду, что в этом году мы уже все определимся с тем, кем мы хотим быть. И тут уже пойдем, дальше каждый выберет свою дорогу.